Хочу показать небольшое видео аппаратного маникюра комбинированного. Я буду пользоваться еще инструментом, потому что вот здесь отмершая кожа в уголках, чтобы не было человеку больно. Сначала нужно обработать руки наши вот такие. Мы это уже все сделали. Антисептик. Антисептик. Нужно одноразовую пилочку. Мы тоже уже подпилили наши ноготочки. Аппарат выглядит вот, ручка вот так. Нужно вытащить вот специальную такую железочку и установить вот нашу фрезу. Фрез будет несколько. Вот они, наши фрезы. Чтобы они не мешали, я их устанавливаю в аппаратик. Сейчас мы пушером отодвигаем кутикулу немножко. Слегка. Я покажу на примере, может, 2-3 пальчика, чтобы не утомлять. Не больно? Потом беру ручку. Я уже поставила фрезу. Нужно проверить, хорошо ли она закрыта, чтобы не выпало. У меня педальная, так сказать, педалью буду нажимать педаль, и у меня будет включаться аппаратик. Значит, нужно обязательно перчатки, маску. Вот. Вот у меня скорость. Я сейчас включу. Секунду. Наверное, отошло. Отошло. Да. Удлинитель. Угу. Сейчас я включу. В розетку не вставили, как надо. Вот. Я нажимаю педальку, и у меня крутится фреза. Нужно аккуратней держать, стараться подальше, так сказать, вот фрезу, чтобы она по ногтю не ездила, потому что пропилы могут быть. Нужно только по коже. Аккуратненько. Выставить хорошо свет. Секундочку. Нет. Очень хорошо работает аппарат, мне очень нравится. Выставляешь нужную скорость. Он хорошо, эта фреза конусообразная, приподнимает кутикулу, чистит птеридий этот, убирает все. Видите, как приподнял. Ну, это еще не предел, но вот. Один пальчик обрабатываем 3-4 фрезами. Меняя риверс тоже надо. Сюда мы идем в противоположную сторону от, так сказать, как вот крутится, так сказать. Слева направо, да. А потом меняем. Сейчас реверс меняем, и он будет крутиться в другую сторону. Мы, соответственно, будем справа налево делать.